Здравствуйте! В эфире программа «Каждый день» в студии Гухар Бещанова. По прогнозам синоптиков, теплые дни начинают покидать нас. Готовимся к прохладной осени. 28 сентября в Мартуке малооблачно. Осадки в виде дождя. Плюс 13 градусов. В Алге пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит плюс 12 градусов. В Хромтау также пасмурно, осадки в виде небольшого дождя. 13 градусов выше нуля. В Бадамше малооблачно, синоптики прогнозируют дождь. Столбики термометров покажут плюс 13 градусов. И в Шалкаре 18 градусов тепла. Значительная облачность, осадков не ожидается. О погоде в нашем городе далее в эфире. В эфире нашего телеканала в 21.00 мы покажем комедийный фильм «Ты всегда будешь со мной». Русско-украинская вариация на тему реалити-шоу, где люди селятся вместе и вынуждены находиться под одной крышей богато обставленного дома. Тема, которая не устает привлекать своей откровенностью и желанием зрителя понять, как же живется другим. Фильм «Дорога к матери» Акана Асатаева выходит на большие экраны. Генеральным продюсером киноленты выступила Алия Назарбаева. Действие фильма охватывает отрезок времени с 30-х годов до наших дней. Основные события разворачиваются в непростых для казахского народа периодах. Эпоха коллективизации, джуд, военные и послевоенные годы. Главный персонаж картины Ильяс демонстрирует невероятную стойкость духа, мужество, патриотизм и небывалую самоотверженность. Ему придется столкнуться с нелегкими ударами судьбы. Детдом, суровая война, плен, лагерь для заключенных. Но ничто не способно остановить его перед встречей с матерью. Фильм заставляет задуматься о жизненных ценностях и переосмыслить взгляды на мир. Посмотреть фильм вы можете в кинотеатре «Локомотив». Апа, Ильяс, хотели свой мунг на мис. Суреттер де свой мунг дәл өзі. Ильяс туралы біліп бере аласын ба? Ол енді оралмайды. Күдерің түзетін уақытың болды ғой. Сені Одессаға жеткізіп, ары қарай ауылға баратын поезға салып жіберем. А я домой поеду. Мать заждалась, наверное. Не время сейчас. Война. Вот врага разобьем, тогда обязательно найдем. Алматинского театра имени Габита Мусырепова проходят в нашем городе. 29 сентября в 19.00 на сцене драматического театра имени Тахауи Ахтанова представят трагедию «Козы Курпеш» и «Баян Сулу». Также напомню, что весь сентябрь областной планетарий проводит полнокупольные программы для посетителей «Удивительный телескоп» и «Путешествие по Млечному пути». А областной музей искусств приглашает всех гостей и жителей города посетить выставочные залы, посвященные живописи и прикладному творчеству актюбинских и казахстанских мастеров. Вход свободный ежедневно с 9 до 17.00. На сегодня это все. Смотрите программу каждый день в эфире или на официальном сайте rikatv.kz. Мы желаем вам хорошего настроения и только положительных эмоций. До встречи в эфире!